Пришел из магазина, детям тут, как всегда, всяких сладостей купил. Ну, у них сегодня карки пиво, суббота, всяких вкусняшек. Вот, что самое-то главное, купила рыбеху такую, смотрите, какая форелина здоровая. О, вот такенная форелина, я так подумал. А я сделаю форельку с... Ой, запечем ее сейчас, разделаю. С укропчиком, с таким. Вот такую я купил прикартошечку. Муммон. Бабушкина картошка. Вот такая. Скоро буду готовить, покажу. Никогда раньше не покупал. Вот такая яффа. Зеленый такой цвет, прикольный. Короче, мандариновый. Зеленый мандарин. Необычный такой вкус. Вот. Вот такие вот вредные сладости на выходных мы покупаем детям. Оксана рассказала, какая-то желейка. Но вкус очень приятный. Так что, друзья, сегодня Юля с работы приходит еще не поздно. Сделаем ей сюрприз. Ужин без свечей, но очень вкусный. Нож! Сама рыба! Баба! Какая хорошая! Рыбу нам надо сначала сполоснуть. Так, это мы выкидываем. В магазине эта рыба уже почищена, то есть она без внутренностей. Нам остается ее только разрезать на филе. Это, можно сказать, рыбёчище здоровое. Весила она у нас. Короче, кило 636. С учетом того, что она почищенная. Это довольно хорошая рыбина. На нашем канале я не показывал. Друзья, если вы не знаете, как разделывать рыбу правильно, да, заходите на мой рыболовный канал, нет проблем. Там найдете очень много интересного и полезного для вас. Итак, чтобы разрезать рыбу, нам прежде всего что надо? Вот так вот мы, нам плавники особо не нужны. Вот так вот мы сделали надрез. Думаю, вот так будет видно всем. Сделали надрез. Теперь мы под углом вот сюда к голове заворачиваем. Вот так, хоп. И до хребта прорезали. Эту штуку мы поднимаем пальцем и держим. И просто ножом режем вдоль всего хребта. Аккуратненько, можно не спешить. И тут закончили. Это у нас первая филюшка. И со второй стороной точно так же. Вот тут вот мы надрез делаем. Вот так. Оп. И точно так же мы ведем теперь вот сюда, ближе к голове. Примерно, ну, к этой. Главное тут не перестараться, потому что хребет довольно мягкий. И также поднимаем. И вдоль прямо хребта и тянем. Все. Вторая часть. С этого, как вы понимаете, получается отличный финский суп. Вот так мы это ломаем, чтобы много места в холодильнике у нас, в морозилке не занимало. С этого мы потом сварим суп. Обычно я делаю две рыбины, с одной маловато. Вот эту можно оторвать, шкурку сверху. Все плавники, как правило, содержат очень много вокруг жира, да? Вот эти вот места. Это весь жир, как раз весь навар и будет в супе. По возможности минимально снять. О, видели? Вот так. Чисто вот как пленочка такая. Снимаем ее и все. Теперь самое главное, нам надо вырезать жабры. Оп, отрезали ножницами. И тут внутри мы точно так же можем либо руками оторвать уже, где крепятся сами жабры, либо также, вот видите, тут. И все. И вытаскиваем жабры вон. Все, мы почистили. Суповой комплект готов. Отправляем в морозилку и в суп. Я обычно перед тем, как солить, эти две половинки также споласкиваем. Одна и вторая часть. Конечно, если вы не умеете резать, ну, по крайней мере, в Финляндии вам разрежут. Но вот эти голова и хвост, они выкидываются, и вам достается только вот это филе. Но, как вы понимаете, с головы, с хребта, с хвоста, с плавников получается просто обалденный наваристый суп, очень вкусный. Вот. Что нам надо? Тут уже как на ваше усмотрение. Либо вы специальными приправами для рыбы воспользуетесь, либо соль просто.
Можно, кто не хочет приправ, можете добавить лимонного сока, просто выжечь сверху. Вот. Я обычно солю и добавляю специи для рыбы. У меня есть приправка для рыбы, я ей посыплю. И соль. Все, больше мне ничего не надо. Если нет приправы, то спокойно можете просто полить лимонным соком. В принципе, этого тоже достаточно будет. Вот. Немножечко так вот. Чисто для аромата. Можете посыпать крупной солью. У меня мало, в принципе, осталось тут 3-4 часика. Я ее посыплю мелкой солью, но довольно много. Потому что рыбе надо, по крайней мере, вот красной рыбе, она возьмет столько, сколько ей надо. Рыба наша готова. Можно ее убрать в холодильник. Положу ее уже сразу на противень, потому что через буквально часик-другой мне уже ее надо готовить. Мне в холодильник ее вовсе не обязательно убирать. Рыбы ничего не будет за часик-другой. Все это поставим в духовку. И пускай это стоит, ждет своего момента, так скажем, солится. Друзья, если вы еще не подписаны на наш инстаграм и на наш канал, обязательно подписывайтесь. В инстаграм мы обязательно будем скидывать интересные фоточки. Там все увидите. Много подробностей, много интересностей. Юля об этом вообще ничего не знает. Без малейшего понятия. Сделаем ей большой сюрприз. Она будет приятно удивлена. Я думаю, порадуется. Тем более, она сегодня придет поздно с работы. 9:30 вечера. Так что будет такой поздний ужин. А то вечно приходит, есть что-нибудь покушать. А тут хоп, сюрпризик сделаем. Поставил я в духовочку. Особо долго ее держать нельзя, а то она у нас высохнет. Я думаю, при 180 градусах, ну, минут 20. Ну, будем смотреть по готовности. Главное, чтобы она не высохла у нас. Сюрприз сюрпризом. Готовлю. Во сколько Юля придет, я точно не знаю. Написала ей в WhatsApp, а сколько, до скольки работаешь? Да? Пишет, до 9. Пишет, а что? Я ей отвечаю, ничего, просто. Романтический ужин, соль, готовишь? Вот как так можно догадаться, а? Сюрприз на грани срыва. Ну, я думаю, в любом случае ей будет приятно. А рыбу я запаковал в фольгу. Чем такая недовольная? Ну, как бы устала, время 9:30. Да? Рука чешется очень дело. В нос тебе дать? Причем здесь? Просто здесь так, чтоб не чесалось. Получку, зарплату я уже получила. Чего она чешется? А, стипендия, наверное. Да? Да. Тебе все мало, все не остановиться. Решила финское государство без денег оставить. Все заработать. Ничего, сейчас мне Вера Корти придет. Новая. Угу. И будет финское государство иметь меня. 34%. Ну все. Рыба дошла, картошка почти дошла. Юля пришла. Ну чё, зовём виновницу торжества? Чеши борши, це там. Чеши боршишься. Ой, магу. А чё безалкогольное? И магу тебе водки литр. Сусы. У меня сейчас это... Как раз? Да. Ну что, своё обещание выполнил? Не то слово. Старался. А нафиг у тебя хата полиция? Чё ты делаешь? Мёд. Приятного аппетиту! Наливай. Наливай, а то уйду. Ну. Сейчас нальем. Будем сегодня бухать бухашку, безалкогольное винишко. У нас есть повод. Не просто мы так здесь сидим. Во-первых, у Юли была первая зарплата, которую мы не отметили. Которую мы не отметили. Правду говори. Вот, видите, правду говорю. Мы не отметили. А там соседи тоже уже русские отмечают. А это неправильно. Надо всегда отметить. Да. Вот. И второй повод. А мы давно уже, да, вот как-то раньше всегда все отмечали, там, да. Покупку машины, там. Мы даже, когда квартиру купили, мы, по-моему, даже не отметили. Ничего, мы так в последнее время не отмечаем, в связи с тем, что я алкоголь-фри. Со мной неинтересно. Вот, второй повод у нас. Я поступил. Я шел к этому 8 месяцев. Очень много было переживаний, стараний, трудов и нервов потрачено. Поэтому предлагаю выпить, пожелать нам друг другу удачи. Всем, друзья, большое спасибо, кто за нас переживал, болел, поддерживал, да. Так что всем большое спасибо. Ваше здоровье. Всем до встречи, всем пока. Ваше здоровье за вашу удачу и за нашу удачу. Ну, чешется, а, реально. Вот так вот, друзья, сделали небольшую посиделочку. Посидим. Как вот мне учитель, или кто это был,
мой экзаменатор посоветовал. Вы как раз в комментариях писали, пора бы. Я так подумал, действительно, почему бы и нет. Сто лет ничего не делали, не сидели, да? Раньше частенько мы так могли посидеть. И кто говорит, что в Финляндии скучнее, я не понимаю, как вам может быть скучно. То есть мы столько здесь не успеваем, здесь столько всего интересного, что... Да, или интересного, либо столько дел, да. Ни на что времени не хватает. То есть мы первый год часто ездили в поездки какие-то здесь по стране, ну, в ближайшие города, ходили в музеи, там вот, как бы у нас программа была, что мы каждые выходные куда-то выбирались. Вино обалденное. К рыбке, да к мясу. Кстати, всем советую. Безалкогольных вин, кстати, в Финляндии очень много. Очень много. Всем приятного аппетита. Я думаю, сейчас многие пошли к холодильнику. Сволочи, дать слово грызущий, да? Владимир, специальный Руслан для тебя. Да. Все, кто сидят на диете и поддерживают. Да, и поддерживают здоровый образ жизни, вам посвящается. Часто завтрак постель делать. Вот ей компенсация. Всегда. Ну, не всегда, но часто. Каждые выходные, когда я не работаю. Разбалована свою голову. А если мне куда-то надо, я делаю только себе и детям. А если выходные, конечно, у меня, тогда я делаю всем. Ну, вкусняшка там делается, не просто так, не подумайте, там в этом самом... Как ее называют? Хлеборезка это. Хлебобулка. Хлебопечка. Как ее? Бутербродница. А, бутербродницы вкусные делают, бутербродики с жареным яичком, там со всеми. Ну, либо блинчики, либо там эти... Да. Сырники. В постель прям приношу, прям вот в постель. А потом вся постель облита кофе. Вся постель. Ой, опять разлил. Не знаю, друзья, когда выйдет это видео у нас, вперед того, что мы сняли или после, но подняла Юля свою веру в связи с тем, что зарплата стремится к перебору. Да. Прогрессивный налог, сами понимаете. Зато теперь уже пошли отчисления в пенсию. Не какие-то минимальные с учебных, да, ни о чем. Ну, уже такие хорошие, существенные деньги пойдут в пенсионный фонд, и наконец-то будешь зарабатывать себе на будущую пенсию. То есть кто-то мне говорил, что я за 20 лет я не успею себе пенсии заработать. Еще как с такими зарплатами я успею заработать. Еще как? Нет, не успеешь, если ты сидишь на пособиях. Тогда да. Будешь получать свою минималку. А если ты будешь впахивать и работать, и нормальные зарплаты получать, извини. Да, даже если я не буду впахивать, у меня трехсменная работа, я все равно буду... получать добавку. Всем очень большое спасибо, кто поддерживал. Очень приятно было читать. Кстати, сегодня на комментарии отвечал 3 часа. 3 часа сидел на комментарии, отвечал. Так что, друзья, мы отвечаем, пока у нас действительно есть время. Пока есть время, как вы заметили, мы стараемся отвечать абсолютно всем. Это радует нас все больше и больше. Так что не обижайтесь, если мы не отвечаем, мы все читаем. Да. Все. Стараемся отвечать. Так что... пишите по 2, по 3, по 5, по 10 комментариев. Мы только за. Так что всем удачи, всем отличное настроение, море позитива. До новых встреч на нашем канале. Ваше здоровье. Пока-пока.